Так, ладно, вот здесь я поворачиваю так, иду вперед, иду вверх-вниз. Так, ух ты! Ты что, к нам прям забежал в дом? Где ты? Я не понял. Куда он ушел? Нифига! Он, бандит какой-то к нам в дом зашел. Сейчас я его выцеплю. Да, Дуда Плей. Всем привет, ребята! Мы на канале Дуда Плей, и мы играем в Пиксель Войнушку. Так, ладненько. Так, смотрите. У нас есть такой чувак. Так, а ну, что ты меня на него нажимаешь? Давай, поехали в бой. Давай случайную карту откроем. Подключение к серверу сейчас пройдет. О, смотри. Ночной дворец. Что это такое интересное? Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, поиграем. Ваша команда и команда соперников. Так, у нас... команду соперников ждем? Да, ну. Давай в бой. В бой, идем в бой. Так, а ну-ка. Вот такой вот у меня автоматик. Так, это хороший бегает, да? Так, пошли за ним. Посмотрим, куда он бежит. Вон, смотри, какой дворец, нифига себе. О, бандюган, смотри. Есть. Птичка какая-то. Давай попробуем птичку убить. А, птичка улетела. Эй, чувак, давай, я тебе прям в голову сейчас буду стрелять. О. Так, ты от меня не убежишь. Так, а что, вдвоем на меня собрались, да? Ох ты, что-то произошло, куда-то я убежал. А я на что-то нажал и прыгнул. Так, это что такое? Так, идем в бой. Так, вот у меня есть пистолетик, автоматик. Так, идем, смотрим, кого. Где бандюган? Это хороший, это нормальный. Так, а почему они не поворачивают? Вон что, это что такое? Так, я же прыгать могу. А могу я туда запрыгнуть на крышу? Опа! Нет, не запрыгнул. Так, смотрим, где бандюганы. Так, а чего вы здесь и стоите? Где плохиши? Ага. Китайский такой дом. Китайский дом. Ох ты, нифига, это что такое? Это панда такая. Так, а что у меня с этим обзором? Панда, ты за нас будешь играть? Да, ты что там делаешь? А, она тренируется, смотри, против какого-то дракона. Так, ладненько, я не буду отвлекаться. Смотри, киса какая-то, Грей Кэт, серая кошка. Ух ты, ты слышал? Вон, бандюган. Прям в кошку буду стрелять. Эй, ты в меня стреляешь или в кого? Алло. Давай. Ух ты, гранату кинул. Гад. Да, я тебе сейчас... Сейчас я тебя постреляю, подожди. О, давай. Где? Убил. Я его убил. Все. Будет мне тут стрелять. Гранаты кидать. О, патрончики, наверное, взяли. Так, ты чего меня пугаешь? Так, что у нас тут? Где? Кто где? Почему? Где бандюганы? Так, бандюган здесь я не вижу. Конкретно какой-то зомбак, смотри, стоит. Так, где тут что? Время кончается. Я думаю, что такое? Пикает сверху. 2 секунды осталось. Так, ну и что? Кто выиграл? Мы выиграли, да? Ух ты, ребята, мы выиграли, мы заработали какие-то кубки. Так, спасибо. Что тут еще интересного? Тут такое получается. Случайная карта, да, у нас тут. Все, идем в бой. Так. Ну-ка смотрим. А где пандочка наша? Так, ее здесь уже нету. В какой-то на другой карте, что ли, получается? А, вот она, панда, все нашел. Панда тренируется, это наш лагерь. Понятно. Идем, нужно нам посмотреть, где у нас эти зомбариси. Опять какие-то, смотри. Штуки-дрюки. Ух ты. Ты чё, гад, меня стреляешь, да? На, получи. Все, убили мы. Хорошо, идем дальше. Так, кто там? Подожди, алло. Я ничего не вижу. Где? А, вон бегает. Убил. Кого-то я убил. Так, вот, где он там, кого стреляет? Да, смотри. А, в смысле, панда, смотри, напилась, лежит, отдыхает. Ладненько. Тут что у нас? Тут интересного, что происходит? Бронька. Сейчас быстрее броньку возьму. О. О, тихо. Так, у меня бронька здесь, алло. Так. На тебя в бошню прям, в бошню. Все, я его убил, ребята. Так, идем дальше. Это кто такой вообще? Так. А, это меня убили. 7 секунд до возрождения ждем. Хорошо, подождем. Это какой-то Рэмбо бегает, смотри, с автоматом. Ну. О, все. Я живой. Так, где, кто меня там убил? Давай посмотрим. Я взял броньку. И меня с бронькой еще убили. Представляешь? Какая несправедливость. Так, что здесь происходит?
Это у нас территория злодеев получается. Вон, видишь, злодей бегает. На, получи, злодей. Ага, он убежал, ладно. Может, здесь еще бронька будет лежать, нет? А где? Куда я пошел? Сейчас, подожди, подожди. Мне кажется, там за мной кто-то гонялся. Гонялся? Кто-то за мной... Кто-то меня стреляет, смотри, в смысле, алло. Вот какой-то чувак, смотри, бегает. Но он убежал. Он убежал наверх, я сейчас наверх подойду. Так, никого нету. Вон какая-то... Какая-то птичка бегает. А, вон, смотри, чувак стоит, ты чё? Ты в меня стреляешь? О! Все. Меня опять убили, ребята. Да, бывает такое. Поставьте, пожалуйста, лайк, чтобы меня не убивали, пожалуйста. Вот так вот. Так, что у нас здесь? Есть оружие, автомат, эффективность, сложность. Это можно увеличить, не увеличить, нифига не знаю. Но у нас еще вот такое вот есть ружье. Снайперка. О! Нифига я его убил со снайперки. Это хорошее оружие. Мы еще можем вот так сделать, смотри. Смотреть. Так, это наш пробежал, чувак. Вау-вау-вау, подожди, куда? Куда ты стреляешь? Эй, пёска, ты меня хочешь убить, что ли? Так, опять кто-то меня убил. А ну, соперник сейчас нажмем. У соперника есть питомец, понятно. А, питомец, пёска, которая убивает. Мне надо срочно завести питомца. Давай сразу другое оружие возьмем такое. Во, вот это бластер. Так, либо мне с кем-то нужно пока ходить с каким-то чуваком рядышком. Так, а кто ведет? Мы побеждаем, да? О, победа, ребята. Кубок золотой, кубок серебряный мы заработали. Заработали ключи, какие-то монетки и кредиты. Так, хорошо, спасибо. Так, давай этот самый покинуть эту территорию карты. И посмотрим, что у меня здесь есть. А, привет, я Робби, твой персональный помощник. Ты только что выполнил свое первое испытание. Пойдем заберем за него боевые короны. Ну, давай, заберем короны. Сыграть один бой. Вот, я первый бой сыграл, ребята, и мне короны дали. Здесь много разных испытаний для тебя. Забери боевые короны за свое первое испытание. Хорошо. Забрали короны. Ага, что дальше? Уровень боевого пропуска повышен на 2. Вы можете получить... Так, ваша награда 120 этих самых кредитов. Ага, боевые кредиты используются для покупки боевого пропуска и его уровней. Можно получить за участие в боях. Хорошо. Так, улучшите первый пропуск и получите больше наград. Спасибо. Так, вот еще у меня награды же, смотри. Ну все, мы их же забрали. Так, все. И теперь лучший боевой пропуск, пожалуйста. Боевой пропуск и боевой комплект. У нас 120. Так, у нас кредита только 120 получается. И боевой пропуск мы улучшить не можем. Нам нужно только купить за реальные деньги. Так, не будем покупать за реальные деньги, извините. У меня есть много интересных испытаний для тебя. Удачи в бою. Спасибо. Экспедиционный сезон. Добро пожаловать в экспедиционный сезон. Экспедиционный сезон – это увлекательное приключение, в котором принимают участие все игроки. Вас ждут интересные и сложные испытания. В награду за их выполнение вы получите огромное количество крутых наград. Так, а дальше что тут? Уникальные крутые награды. Ага. В испытательном сезоне вы сможете получить картофельный имплантатор, пистолет с ИИ, супербур, истребитель метеоритов и гравитатор. А новые образы – колонист, колонистка, профессор, Картошевский, ИИ, Горь Игорь и забытый астронавт, а также множество других наград, космические предметы для королевской битвы, монеты и алмазы. Хорошо, лобби заходим. Угу. Давай случайную карту еще раз поиграем. Ага, снайперские форты. В арсенале ты можешь изменить внешний вид персонажа, улучшить броню. Так, нет, давай просто пистолет. Просто пистолет возьмем, будем играть с пистолетиком, постреляем. Так, то где кто у нас? А, вон, смотри, чувак бегает. Ой, упал, прям смотри. Офигеть, с моста кто-то упал. Ох ты, ух ты, тихо. На тебя в бошню, на, раз, два, три. Так, ух ты, подожди, кто меня еще стреляет? Ты давай тоже помогай мне, стоишь там. Раз, два, три, четыре, пять, вот. Перезарядка ждем. Вот, перезарядилась. Вот, теперь вот эту пёску хотел убить. Так, а ну-ка. Они убежали, смотри. Вон, чувак, смотри. Так, а ну-ка.
Вот, смотри, вот он сидит. Ах ты. Ох ты, он прыгает, главное, смотри, еще и стреляет. Опа, надо в голову стрелять ему. Убил, нет? Не, вот, сейчас, сейчас его. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Есть, убил. Дальше. Вот этого чувака сейчас. Раз, два. Не кончилось себе. Ладно, сейчас я буду со снайперки стрелять. Ух ты, нифига. Так, мне надо, короче, отойти сюда. А, я же могу тоже спрятаться. Даже я могу сюда зайти, правильно? Правильно, кто у меня здесь будет? Кто мне здесь будет что говорить? Вот. Есть. Так. Я не понял, я в доме же стоял. Почему я упал? Ох, нифига, минус 50 за самоубийство. Так, ладно, вот здесь я поворачиваю так. Иду вперед, иду вверх-вниз. Так, ух ты! Ты что, к нам прям забежал в дом? Где ты? Я не понял. Куда он ушел? Нифига. Он, бандит какой-то к нам в дом зашел. Сейчас я его выцеплю. Подожди, он где-то здесь наверх пошел. Так, а почему мне ничего не поворачивает? Подожди. Так, это прыжок, это поворот. Так, ну не мог же он так быстро забежать. Сюда. То почему я не поворачиваю? У меня ничего не поворачивается. Так, ладно, я буду здесь вверх угасить всех. Во! Есть, убил. Так, это наш стоит. Где еще бандюки? Никого нету. Вот. Раз, два. Он даже, мне кажется, не понял. Он даже, мне кажется, не понял, кто его там убивает. Есть. А, это я на вражеской территории или нет, я не знаю. Во-во-во-во-во. Вот чувак бежит. Сейчас я ему бошку прям. Есть. Так, доступно обновление. Победите в 7 боях. Хорошо, спасибо. 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 Хорошо. Ну, наверное, на этом будем заканчивать серию, ребята. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока.